Значит, сегодня у нас завершающий день, мы завершаем сезон зимнего плавания, но не завершаем купание, а подчеркиваю, завершаем сезон. Купание продолжается, и будет, пока не смоет лед, не откроется Свияга, значит, будка наша будет стоять здесь. Вот. И того момента, пока вот уже полностью не очистится земля, вы наставите летом, и пока здесь. В этот период вы будку ставите, да, это дело как обычно. Весь плановый, здесь у нас дело летом, хотя там все было логично, пока что не решаем. Второй вагон, сейчас мы это решаем. Но в целом хотел сказать, что этот сезон у нас прошел, зима нам подарила достаточно времени, но скоро зима не заканчивается, да, мы продолжаем. Провели много мероприятий, хотя поблагодарить всех, кто участвовал в этом году. У нас было открытие в декабре, то есть раньше, чем обычно. У нас были мероприятия. Новый год, крещение. В этом году в крещении достаточно много людей участвовало. Провели масленицу. Первый чемпионат в Кыргызстане провели по зимнему плаванию. Дальше у нас такие планы. Мы сейчас провели переговоры с МЧС, ГИМС, то есть инспекция по воде. Потому что они находятся на том берегу, основная. И мы выработали определенное предложение, которое будет озвучено на совещании в администрации области в четверг. Все будут совещания. Вот. Суть этих мероприятий в том, что мы включаемся, будем говорить, народную дружину на воде, то есть обучение там, и так далее, и так далее. Помощь МЧС будет во всех наших мероприятиях, если сейчас все нормально пойдет. Здесь участвует, конечно, Ульяновский госуниверситет. Вот. И в целом мы сейчас создаем Народную академию здоровья, я об этом говорил уже. Суть этой академии – это популяризация массовых таких оздоровительных систем, бег, плавание зимнее, туризм. Вот. Вы все, многие из нас участвуют во всех этих мероприятиях. Вот. Поэтому наша цель такая – создать такую массовую, общедоступную для населения структуру, малозатратную, практически бесплатно, чтобы больше людей могли приходить, заниматься спортом, закаливанием, бегать, там, ходить по полю. Вот это наша цель. Вот, во всем нас поздравляют за завершение сезона. Вот. В этом году мы как бы средства массовой информации особо уделяем внимание. Вот, совсем недавно тут Иванович семинары были на радио. До этого тут телевидение, все себя видели. Поэтому как бы нас знают, нас пиарят. Вот. Задача нам сейчас самим, все поддерживают и продолжают развивать. Я хочу всех поблагодарить, во-первых, кто пришли сюда, так как у нас уже довольно хорошая, большая, крупная и надежная организация. Раз мы делали открытие, мы должны делать и закрытие, да? Ну нельзя же без этого. То в лет вот. Уйдем без закрытия. Да. Закрытием, я еще раз хочу повториться. Все это не заканчивается. Но, чтобы это не закончилось потом, я сейчас вам дам листочек. Пожалуйста, все напишите свой электронный адрес и фамилию, имя, отчество. Хорошо? Чтобы мы здесь встречались. Потому что, еще раз скажу, сегодняшним днем и зимой у нас не должно все это закончиться. Во-первых, в районе 7-9 мая я вас всех сюда приглашаю. Будет обязательно у нас здесь наведение порядка с шашлыками и со всем остальным. Для того, чтобы это произошло организованно, пожалуйста, мне ваши электронные адресы, чтобы я мог сказать, когда что. В один из этих дней, 7, 8, 9, мы постараемся. Да, мы это все сделаем. В том году было 27 человек. Очень много стоящих здесь были здесь. Я думаю, всем понравилось. Пожалуйста, да? В этом году уже смотрите. Место маленькой проруби 2х4, видите, у нас такая большая. Место простых этих посиделок у нас уже большие-большие мероприятия и так далее. Понимаете, мы сейчас развиваемся. И народ первый чемпионат сейчас... Ульяновской области, да. В истории. Да, сейчас у нас уже пошли, посмотрите, сколько детей, сколько женщин. В этом году вообще какой-то самый интересный, лучший год в этом, этот сезон. У нас получилось, что женщин почти что половина. Больше. Мужиков больше. Давайте согласимся, что женщин больше. Это хорошо. Конкурс организуем. Это хорошо. Отбор. Ну вот.
мужиков. Я хочу поздравляю сказать, вас, да. Спасибо, еще, что... Еще, значит, смотрите, диспансер физкультурный обязательно всем нужно пройти. Это нужно не только для нас, и для вас это нужно, для каждого. Физкультурный диспансер... Даже вот сейчас можно пройти на следующей неделе. Да. Пройдите, для вас нужно. Вы узнаете, и мы сейчас начинаем готовиться к заплыву через Волгу. Начинаем готовиться к заплыву через Волгу. Почему сейчас говорю? Потому что сейчас нужно готовиться. Бассейн, сойдет вода, плаваем по открытой воде. Лето по Волге плаваем вдоль берега. Со всей безопасностью там привязываем буйки и так далее. Вот готовимся. В конце июля у нас такое большое серьезное мероприятие. Заплыв через Волгу. Как каждый год. Значит, а конкретно не конец июля, а конкретно день военно-морского флота. Это последнее воскресенье июля. Кто может, пожалуйста, кто не может, не дай бог сердце, ни в коем случае. Без медицинских справок никто туда не поплывет. Павел Петрович, зимит план. Может быть, и здесь проведем, на ту сторону забрать. Дешево и сердито. Командир главный может. За ним его вперед по камышам и обратно. Кому тяжело, пусть выплывает на ту сторону. Ну, а никаких не ладно. А в наше время нужно приходить, что-то делать здесь, работать, убираться. Это постоянно будет эта система, потому что... И в лето мы посмотрим, может быть, поставим вагончик. Если поставим вагончик, то нужно будет его ремонтировать, смотреть. Дополнительно, я имею в виду, еще один. Поэтому будьте готовы. Пожалуйста, не расходитесь. Запишите свой электронный адрес. Я сейчас бумагу вытащу. Это вам на память. Спасибо.